Сегодня во Всероссийском институте повышения квалификации МВД России Александр Горовой открыл совещание-семинар по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, на который прибыли руководители территориальных подразделений по вопросам миграции со всей страны. В своем вступительном слове первый заместитель министра проинформировал собравшихся о результатах нормативно-правовой работы и международного сотрудничества в сфере миграции. За этот год мы еще раз почувствовали важность работы, которую вы выполняете. Мне бы хотелось, чтобы за эти два дня мы получили в том числе и от вас посылы по необходимости изменения законодательства по тем или иным вопросам. Александр Горовой отметил, что для территориальных подразделений по вопросам миграции приоритетным направлением работы должно оставаться качественное предоставление государственных услуг гражданам. Остается очень важной для нас работа по трудовой миграции. Мы должны выработать вместе с вами такой механизм, который бы позволил и работодателям, и иностранцам чувствовать себя на территории законно, если они приехали с благими целями трудиться. Во время мероприятия были рассмотрены отдельные аспекты функционирования унаследованных от ФМС информационных систем и баз данных и обозначены перспективные направления развития служебных информационных сервисов подразделений по вопросам миграции.